Итак, начинаем. Играется, значит, вступление на четвертой и пятой струне. Четвертый лад. Потом третий. И поехали на риф. Риф играется следующим образом. У нас тут ми power chord. Шестая, пятая, четвертая. Потом идет пулов на шестой струне, третий лад. Ну, таким образом. И сразу при этом слайдом подъезжаем на девятый лад. Это у нас ми. И здесь мы берем только третья, четвертая струна. То есть кварточка. Остальные струны глушим. Значит, вторая, первая у меня мизинцем и безымянным, а остальные надо ухитриться как-то ладошкой сверху, потому что иначе будет много шума. Вот, продолжение идет. По сути дела, это у нас кварта ансоль, получается пятый лад, четвертая, пятая струна. Получается, если полностью риф сыграть сначала. Пришли обратно в ми. Вот это первая строчка. Вторая строчка, это то же самое, только задерживаемся на пятом ладу, как я уже сыграл. Третья строчка повторяет первую. И четвертая идет немножко другим образом. То есть это у нас ми. Играем опять же пятая, четвертая струна. Потом пошел слайд. Тоже пятая, четвертая. Пятый лад. И седьмой. Играю первую половину рифа в медленном темпе. Там даже, по-моему, обратно возвращается. А вторая часть рифа, она очень похожа. Первая строчка такая же. А вторая идет соль-ля. Сейчас я покажу. Значит, играю сначала второй части рифа. Еще раз. Ну, сейчас. Седьмой, пятый лад. Концовка тоже самое. Играя вторую половину рифа. Играю еще раз риф с начала до конца в реальном темпе. Ага, неверно, заново. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, не забываем ставить лайки. До скорых встреч!